Тебе уже надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт Dota 2 с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн-контроля заказа прямо на сайте. anylevel.com. Для подписчиков канала скидка 7% по промокоду ПАПИЧ. Здорово. Сколько надо закинуть бабуль оси, чтобы ты пошел в Эрдстон? Чат поддержит. Во что? Хердстон? Да я не хочу играть в Хердстон, блин. Можешь закинуть, не знаю, сколько тебе не жалко. Если, ну, мне покажется сумма неплохой, то я поиграю хотя бы минут 30-40. Как ебаный котел делает ФБ? В моей команде котел никогда бы в жизни ФБ не сделал, я вам просто говорю по факту, как есть. Котел во вражеской команде, ФБ. Котел в союзной команде, 0-7, к 12-й. Да, стримлю, проверяй, морф! Даже если меня убивали... Дженки! Это бесполезно, Ульф. Привет, Виталя. А помнишь, мы когда были маленькими, любили играть в песочнице? Ты тогда осенью заболел, и мама давала тебе какой-то сироп на спирту. Ты пришел в песочницу пьяненький и кричал: а давайте играть в водичку. Ну, мы сделали все, иди водичку, на... иди нахуй. Мясо, а ты кричал: все дауны. Только Тинкер Норми. Даун ебаный. Какие мои фразы? Где ты мою фразу увидел? Тварина или что? Это общая украинская фраза, наверное. Это что было? Это что было? Это Хускар 10 из 10 сыграл? Как вы считаете? Он же видел, что там уже долго, ну... Короче. Он же видел, что там уже недолго осталось до кулдауна. Эх, чтобы помочь своим работягам, но тут я ничего не сделаю. Очередная сложная игра, но я не знаю, против холостнайта драться невозможно. То есть, что делать, вопрос. Играть в сплитпуш игру, типа, попытаться переиграть Тинкера. Потому что холостнайта я не могу переиграть. Потому что меня вынесет, ну, любой холостнайт. Я же морф. А Тинкер, с другой стороны, когда будет с Хексом, ты тоже ему ничего не сделаешь. Но я же говорю, сложная игра. У нас просто нет вообще никого. Ланая тоже не может холостнайта убивать. Ланая тоже такой герой, что, ну, холостнайта ее ебашит. Резонный вопрос, кто будет убивать холостнайта? Паса секречна. Нам ебашат команду, а что делать? Я ж не могу помочь в тимфайте. Как я должен помочь против Тинкера, Войда, Холостнайта? Там пик. По сути, против меня там еще Титан есть. Я ничего не могу сделать. Я хотел бы помочь, но я не могу. Это, ну, по сути, невозможно помочь команде. Типа, я могу ворваться, сразу умереть. Все, что я могу сделать. Причем, на 6 слотах, скорее всего, будет то же самое. То есть, даже если у меня будет 6 слотов, я anyway, ворвусь, я сразу умру. Вся суть. Кстати, Патма молодец, только что дохуя сделала. Папич, ты не прав по поводу очевидных вещей. Это тебе понятно, так как ты шаришь, но тебя могут смотреть и новички Доты, которые ничего не понимают. Я сам очень много из твоих стримов вынес, когда ты очень подробно разъяснял какие-то базовые вещи и говорил, почему кто-либо даун.
Окей, ты прав в чем-то. Ну, я не вообще сейчас, ну, я играю, я не могу сейчас разъяснить. Я после игры попробую разъяснить. После игры. И плюс подробно я отвечал много раз по поводу морфа. Почему фазы, ну, единственный выбор. Я много раз отвечал, то есть, ну, это уже было, и я сейчас играю, anyway, я занят. Вот смотри, я сейчас сдохну, если я сдохну, то это может быть из-за тебя. Если я умру, то ты виноват. Я не виноват, виноват донатер, все. Повезло. Понимаешь, смотри, если бы я сейчас умер, был бы виноват не я, а вот предыдущий донатер, то есть ты. Это не моя вина была бы. Если я умер, не моя вина. Но я же реально отвечал на донат. Вот в момент, когда меня зацепили, я отвечал на донат. Я был вне игры. Я был, считаю, что АФК. Вот поэтому я не могу, мне проще сказать, что нет смысла объяснять. И, кстати, доля правды есть. Очевидные Привет. Вещи реально мало Рыба смысла теги. Объяснять. Здорово. Это 1390. Я эту хуйню буду скипать. 757 HTTPS. Это бесит, блядь, уже. /vk.com/ один нахуй. 89757 HTTPS. /vk.com/ 1390 Я не знаю, почему умер. Я могу... Изи отмазаться, что вот эта вот хуйня не мешала. Это изи отмазка, почему я умер. Не, ну так нереально играть, я же говорю. Я только что, по сути, игра реально может быть проиграна только из-за этого сейчас. Только из-за этого. Единственная причина проеба игры. Как бы я не могу выяснить сейчас, почему я умер, почему так сыграл, как я сыграл. Я не могу выяснить. Я уже не помню, это из-за доната или нет. Ну не верь ты, уебище ебаное, блядь. Охуенно мне мешать играть, конечно. Моя стрела. Ну все, мы проебали. Мы, конечно, и так проигрывали, но... Вполне вероятно, что проебал бараки из-за дебила этого. Что я сделаю? Играет в доту с донатами. Собственно, вот. Уебище спамит. Ну я ошибок не сделал ни одной. То, что я умер, скидываю на этого долбоеба. Вообще изи. Будем считать, что без ошибок. Потому что невозможно доказать, что я сделал ошибку, потому что в этот момент долбоёб мешал играть. Ну... Хускар был хуесос. Патма вроде была хорошая, но она... У нее был счет 1-0-6, потом она 6 раз умерла. И за это время она получила, ну, 6 смертей, 4 ассиста. И ничего не нафармила. А нам нужна была Патма с Аганимом, потому что если Патма без Аганима, мы не можем убивать Холоснайта. То есть Патма решила играть фулл саппорт. То есть она даже не фармит, когда она может пофармить. Она себе могла позволить. Ну, это супер хуевое решение. Что поделать. Я драться всю игру не мог, я делал всю игру все правильно, в принципе. Один раз проебал время. Вот такое. Не знаю, скорее всего, мы anyway бы проиграли, если бы я не сдох на миде там. Скорее всего, anyway бы проиграли. Скорее всего. Но, повторюсь, maybe я и затащил бы. Вот только что был пример, когда мне донат, меня чуть не убили. Я из-за доната чуть не умер. Потом донат, и я уже умер. То есть, вот только что были примеры, когда донаты помешали. Так это же факт. Зачем, типа, ну, это такой рофл, будто бы я, типа, что-то выдумал. Но это же факт. То есть, рофлить по поводу фактов, надо быть дауном, потому что надо рофлить, как бы, с хуйни. Рофлят именно с хуйни. Все приколы получаются, когда какую-то хуйню обыгрывают. А когда факты пытаются обыграть, то же самое, что будешь рофлить, ахаха, небо голубое, ахаха, ахаха, ебать. Или... Я не знаю, ахаха, у меня на руке 5 пальцев, ахаха, типа, ну, смотри, ахаха, 5 пальцев, ахаха, 5 пальцев на руке, ахаха. Так как можно рофлить с фактов? Как вы умудряетесь рофлить с фактов? Вот факт, 5 пальцев на руке, вот факт, у меня носок на ноге. Что еще? Вот факт, вот клавиатура, давайте порофлим. Ха-ха-хи. Ебать, как можно рофлить с фактов? Да невозможно смешно сейчас делать. Нахуй с теми рофлами.
Это враг поиграет. Какой легкий. Английский самый легкий. Я английский любил больше всего. Английский это был мой любимый предмет. Прогуливали уроки. Я уже начал прогуливать со второй школы еще. Так начинал, потихоньку, по чуть-чуть. Потом я уже начал полностью прогуливать. В районе 7 класса я уже в школе половину уроков не бывал, считаешь. В районе 8 класса я уже очень редко бывал, а потом я уже почти что не ходил никогда. Какие дела? Моя очередь! Бля! Моя очередь! LUL! Бля, кайф! Кайф! 10 на 10. О, надо поздороваться! Бля, кайф! Хорошо, что меня заставили зайти в Хердстон. Ну это же реально кайф, это наслаждение! Вот это то, что сейчас происходит. Это вот это то, что сейчас происходит, это то, ради чего стоит играть в Hearthstone. Это единственное, ради чего стоит играть. Вот это вот. Просто обмен репликами и потом Bloodmail 10 из 10. это же лучшее, что может быть в этой игре. Вот такой кайф! Как сильное ёбище! Вообще, это оно. Это просто кайф. Это оно. То самое чувство. Тебе ничего не даст. Если я у него летал, то у него и так летал. Я не вижу смысла тигра менять, только чтобы он марку не кинул. Я выиграл? Да, я выиграл. Летальность бытия, сказал я. Ой, хорошо. Парни, сейчас просто идеальный Bloodmail. 12 урона получается с работягой на коне. И, типа, он не знает, что он проиграл. Ебать, какой же идеальный Bloodmail. Ебать! Бля, это лучший, это Bloodmail года сейчас будет. Это 10 Bloodmail из 10. Это 10 Bloodmail из 10. 10! Это лучший бунт моего! Это лучший день в моей жизни! Бунт! Пригорел! Проиграл! Если играй в Hearthstone, то только шаманом Мурлоком, только им, и только им, никем другим никогда.
Did you bring some fish? Эх, вот бы красный. Вот это кайф! Да, во время того, как водичка льется, да, мне морф карту кидает, надо вот этот звук делать. Бля. Так, стоп. Так, мы ставим. Так, парни, внимательно, когда водичка будет капать, когда морф мне карту закинет. Блин, это кайф. Так я не выиграл нихуя, я проиграть могу. Играть на мурлоке Керстон, это называется жить. Это такой кайф, я столько удовольствия бай получаю. Вы себе не представляете, я столько удовольствия получаю. Я максимальное удовольствие получаю. Это просто кайф. 10. О, лол. Да, это Блэдмейл, надо Блэдмейл. Без Думхаммера, наверное, да? Без Думхаммера Блэдмейл, правильно? На, без Думхаммера. Так, 10 есть. Вельки деньги. Привет, Ютуб. Минус 150 рублей. Без Думхаммера, парни, Блэдмейл делаем. Без Думхаммера. Мы можем сделать с ним челиком, да? Как охуенно быть мной. Я просто от этого получаю нереальное удовольствие. Просто, я прям кайфую. Я скоро плакать начну, у меня от смеха, у меня просто... Это реально кайф. Просто кайфую. Я еще и выигрываю, пока да, я не могу проебать. А, извини. My bad. Давай. Мой батя был Аргусом! Did you bring some fish? Толстый! А чё? Хорошая озвучка. It's time for a little blood. Хорошая озвучка! Вот это была хорошая особенно. Это было так себе. Это было неплохо. Здорово. Так себе. Курок, курок, курок! Да, это было хорошо. Да, тоже было неплохо. Еще раз. Блять, реально что-то, ну. Да. 5 причин играть Dota 2. Хорошие видео рекомендуем, блять. Кто вообще подбирает видео? Посмотрите, мне рекомендуют видео с 82 просмотра. 5 причин играть Dota 2. Мне рекомендуют мое видео, которое я залил на свой канал с September 2, то есть 2 сентября, то есть мой предыдущий стрим. Рекомендуют. Давайте посмотрим мое видео, да? Рекомендация отличная. Рекомендация 82 просмотра, 5 причин играть Dota 2. Кайф. Почему? L U L. Пока, зрители.
Goodbye.